Сколько вам лет и как вас зовут? Нас зовут Дарья, 21, и мне 17. Откуда вы, для какого клуба вы выступаете? Мы из Ярославля, выступаем за дежур номер 8. Мы за Россию, за сборную. Да, за сборную Ярославля. Сколько года вы делаете акробатику и сколько года вы вместе занимаетесь? Занимаюсь я 10 лет, в составе мы занимаемся год. Второй пошел. А ты сколько занимаешься? Я занимаюсь с 6 лет, то есть получается 11 год. Сколько раз вы тренируетесь в неделю? 6 раз в неделю. Что самый трудный элемент упражнения? Ну, в нашем упражнении все элементы очень сложные, так как вообще из Европы их мало кто делает. Как вам нравится соревнование пока? Все нравится, все отлично. Все хорошо. Что вы думаете, получите медаль? Конечно, мы стремимся, мы за этим сюда приехали. Мы очень много работали, и мы будем стремиться к этому. Что вы делаете после соревнования? Вы что-то планировали? Отдыхаем, гуляем, наслаждаемся природой. Okay. Thank you very much.